должна быть объективная дана оценка вот этим всем событиям, и она должна быть донесена до каждого человека нашей страны. И те, вот сейчас поднимается вопрос по пыткам в следственных изоляторах. Я знаю, что сейчас в следственном изоляторе там осталось около 200 человек, да, кажется? Туда каждый день почти ездят и депутаты ездят, и общественники ездят, и правозащитники ездят. Поэтому я думаю, что если есть действительно такие факты, то по ним нужно разбираться. И если есть действительно виновные, они должны понести ответственность. Второй момент. Вот здесь должна быть открытость самой власти. И показать наглядно, да, вот такого-то человека избивали, издевались, вот наказан такой-то, такой-то, то-то, это... Если кто стоит за вот этими всеми событиями, тоже сейчас следствие должно дать объективную оценку, чтобы люди поверили власти. Правду надо говорить людям, и тогда не будет вот таких событий.